Здравствуйте, дорогие друзья! Наверное, многим из нас хотелось бы жить, как в одном фантастическом романе. Жители другой планеты, никак не утруждая себя приготовлением пищи, просто открывали у себя на животе дверцу и помещали туда необходимую еду. И так можно было спокойно прожить до следующего приступа голода. Ну а нам приходится все-таки повозиться. Ведь для нас еда – это не просто набитый желудок и чувство сытости. Это жизнь для каждой клетки нашего организма. И сегодня мы расскажем вам о том, как провести время на кухне и при этом не потратить его зря. Рецепты животворной пищи, секреты грамотного и правильного питания – всем этим поделятся с нами наши гости. Профессиональный повар, много лет специализирующийся здоровым питанием – Ольга Прибыткова. Аня, мне очень нравится выпекать кондитерские изделия из муки грубого помола с натуральными продуктами. И сегодня мне хочется поделиться с вами любимым рецептом кукурузного хлеба. Какие же продукты для него понадобятся? Нам понадобится кукурузная мука или мелкая кукурузная крупа, пшеничная мука грубого помола, манная крупа, курага, апельсин, изюм, грецкий орех, кокосовая стружка, семя льна, семя кунжута, соль, ванилин и растительное масло без запаха. С чего начнем? Итак, с вечера мы замочим курагу. Один к одному. Стакан кураги и стакан кипятка. Вот она у нас уже готовая, да. Такая размягченная вся. И что нужно с ней делать? Теперь нам нужно приготовить апельсин, чтобы смолоть вместе с курагой в блендере. Хорошо. Так, апельсин прямо нож. С корочкой мы используем? Нет, мы очистим корочку. Аня, дай, пожалуйста, доску. Я приготовлю апельсин. Так, разрезаем апельсин. Чтобы его было удобно на четыре части. И очищаем. Вот, пожалуйста, очистите. И можно уже положить его в блендер? Да. Можно положить его в блендер. Да, апельсин сразу придает такой необыкновенный аромат. А может, можно и корочку тоже использовать? Ну, нежелательно, потому что при выпечке это может дать горьковатый привкус. Теперь высыпаем курагу. Тоже туда? Да. Вместе с жидкостью, да? Да, правильно я сделала. У нас получится абрикосовый сок с мякотью фруктовой. Да, мне кажется, это тоже вкусно. Мне кажется, мы попутно получили еще один рецепт. Наверное, достаточно так? Да, это очень хорошо. А если нет блендера, то как можно измельчить? Тут можно промолоть через мясорубку или измельчить вручную, ножом, на мелкие кусочки. Теперь мы начинаем замешивать наше тесто. Мы берем муку кукурузную. А как мы ее получили? Ведь мы ее смололи заранее, в кофемолке. Из обычной кукурузной крупы, да? Да. Чаще всего мы используем пшеничную муку, а ржаную, да? Да. А злаков так много? Да, действительно, существует достаточное разнообразие злаков. И очень хорошо использовать их для приготовления, чтобы обогатить свой рацион. В данном случае у нас есть еще мука пшеничная, грубого помола. Знаешь, мне хочется вернуться все-таки к кукурузной муке. Да. Я читала, что вообще кукуруза очень полезный злак. Да. Она содержит мало клейковины, то есть она легко как бы усваивается и одновременно с этим очень богата различными микро- и макроэлементами. В ней много, по-моему, железа и калия. Действительно, она же желтая. Да, это действительно так, Аня. Она содержит в миниатюре всю таблицу Менделеева. И также у нас есть пшеничная мука грубого помола. Мы промололи ее с добавлением семечек, льна и кунжута. И у нас получилась мука из цельных злаков. Мука пшеничная. Да, к сожалению, в магазине такое не купишь. Да. Как это можно сделать дома? Ее можно промолоть в домашней миночке или в кофемолке. Необходимо использовать ее лучше всего в течение 3 дней, так как по истечении этого срока она уже теряет витамин Е. А при более длительном хранении
полностью может окислиться и потерять все свои кулинарные качества. То есть мы можем взять цельные зерна пшеницы, если у нас есть возможность найти такие, или просто пшеничную крупу, которая продается в магазине, ну, да? Конечно, лучше всего найти цельную пшеницу, так как там действительно цельное зернышко, оно содержит и зародыш, и отруби, и промолоть ее щадящим помолом. А чем все-таки лучше использовать муку вот из цельной пшеницы, а не муку высшего сорта, к которой мы так привыкли? Дело в том, что она изготовляется путем щадящего помола. И промалывается цельное зернышко целиком. А мука высшего сорта, она изготовляется из эндоспермы, внутренней части зерна. И при этом теряется ценная клетчатка и много питательных и минеральных веществ. Я вот слышала, что если мы, например, съедаем один кусочек хлеба из цельной муки, то для того, чтобы получить такое же количество питательных веществ, нужно съесть 4 куска хлеба из муки высшего сорта. И все равно, я думаю, мы не получим в полном объеме всего. Да, это действительно так. Нам нужно действительно вот выбирать те продукты питания, которые даруют нам здоровье. Галите. Так, теперь мы высыпаем эту муку также кукурузной. Наша мука, она имеет такой цвет слоновой кости и обладает запахом свежесмолотого зерна. И кроме того, мы в нее добавили сейчас семена льна еще и кунжута. И кунжута, да, что да. Тоже обогатило, я думаю, это блюдо очень. Да. Затем мы берем кипяток, наливаем 200 грамм кипятка и выливаем нашу муку. То есть мы в какой-то степени получаем заварное тесто, да? Да, действительно так. И соды у нас здесь нет, если я правильно помню, да, продукты? Да, действительно. Наш хлеб, он не содержит никаких разрыхлителей, ни соды, ни дрожжи. Но при этом он очень хорошо жуется и напоминает консистенцию кекса. Да, действительно, еще с такими убедимся. Ингредиентами, которые нам сейчас еще предстоит сюда положить. Да. Ну, кроме кукурузной и пшеничной муки, мы также можем добавить сюда и другие виды цельных злаков. Например, пшенную. Она... То есть промолоть пшенную крупу в этой молке? Да, можно добавить сюда вместо пшеничной, то есть поэкспериментировать немного. И если мы ее добавим, то получим прекрасный нежный вкус. Также можно добавить ячменную муку. Она придаст ореховый аромат и консистенцию, как у кекса. Ячменную мы можем получить, если хотя бы перловку, например, да, промолив в кофемолке. Да, ну, лучше всего цельные злаки, ячмень. Если вам удастся их найти. Да, предпочтительнее всего. Берем манку, высыпаем сюда следующие ингредиенты. Нам понадобится небольшое количество манки, небольшое количество, примерно 3 столовых ложечки. Орешки, грецкие орешки. Также они содержат очень полезный источник ненасыщенных жирных кислот. Угу. Так, изюм. Вот у нас уже тесто становится таким богатым, да. Красивым. Это действительно... И начинает же становиться сладким, да, угу. Потому что кокосовая сахара стружка. Здесь нет. Кокосовая стружка. Да, сахара здесь нет. Далее у нас идет соль, ванилин. Сейчас мы... Сюда высыпаем ванилинчик. Угу. Немножко ванилина. Пожалуйста, соль. Так, соль. Соль. Ну, теперь измельченную курагу с апельсином. У нас получилось как абрикосовое пюре, правда? С мякотью. Да. Мы ведем лопаточку и выкладываем в тесто. Действительно, очень богатые продукты питания, натуральные. Настоящий кладезь живых витаминов с антиоксидантными свойствами. Вот так и вот кроме того, что все это, безусловно, очень вкусно. Конечно. И орехи, изюм, курага. Вот. Натуральные сладости. Да, натуральные сладости. Так, и растительное масло, Анечка, пожалуйста, сюда налей. Растительное масло без запаха, без да, запаха. Я думаю? Да, возможно, и не обязательно без запаха. Если кто-то любит, да? Кто-то любит, может, и запах. Ну, можно сказать, что можно не только растительное использовать, но и оливковое масло. Также очень хорошо подходит к этому тесту. Итак, вот у нас получилась такая масса. Но нам нужно сделать как бы консистенцию средней густоты сметаны. То есть сейчас нужно чтобы было не густо очень густо. Да. И мы еще раз нальем немного воды. Где этот? Так, сейчас посмотрим. У нас получится.
Мне кажется, я никогда еще не видела такого аппетитного теста. Такой оранжевый цвет. Да. Оранжевый цвет плодов. И такой это аромат бета-каротина. Апельсина, орехов. Так, достаточно, наверное. Ты знаешь, все дети очень любят пробовать тесто. Я думаю, что может быть действительно очень вкусное. Да. Ну, теперь нам осталось лишь выложить на противень. Мы его смажем растительным маслом. Угу. Вот. Вот так вот слегка. Противень должен быть глубоким? Да, лучше всего глубоким, так как наш хлеб будет примерно высотой по 3 сантиметра. И посыпаем манной крупой. Для чего? Чтобы он не прилип. Не прилип. Да, вот так вот. Немножечко посыпаем манкой. Все, интересный секрет. Так, давай сейчас вот мы выложим наше тесто. Так, вот тоже. Так, и разровняем его. У нас получился уже почти готовый полуфабрикат. И он очень хорошо пропечется, и без соды, и без дрожжей, да? Очень хорошо. Как я уже сказала, будет ореховый аромат, консистенция, как у кекса. Без дрожжей, без соды. Да, ведь сода, она... Хотя, конечно, кекс это очень вкусно, но сода все-таки раздражает слизистые желудка. Действительно, они потом многие проблемы возникают. Итак, все уже готово. И мы поставим наш кукурузный хлеб выпекать при температуре 180 градусов в течение 50 минут. А мы тем временем запишем этот интересный рецепт. Кукурузный хлеб. Предварительно 1 стакан кураги залить 1 стаканом кипятка. Оставить на 8 часов. 1 стакан пшеницы или пшеничной крупы смолоть в кофемолке с 1 столовой ложкой кунжута и 1 столовой ложкой семени льна. Затем 1 апельсин очистить от кожуры. Разделить на дольки и взбить в блендере с курагой. 2 стакана мелкой кукурузной крупы или муки и 1 стакан пшеничной муки залить 2 стаканами кипятка. Перемешать. Добавить 3 столовые ложки манки, половину стакана измельченных грецких орехов, половину стакана изюма, ванилин, четверть чайной ложки соли, курагу с апельсином, половину стакана растительного масла без запаха. При желании добавить 1 столовую ложку сахарного песка. Тщательно перемешать. Если есть возможность, дать тесту расстояться несколько часов. Противень смазать растительным маслом и слегка посыпать манкой. Выпекать около 50 минут при температуре 180 градусов. Готовый хлеб посыпать сахарной пудрой. Спасибо, Ольга. Думаю, такой хлеб будет действительно всему голова. Искусно приготовленная еда – это одно из самых важных искусств. И к нему следует относиться как к наиболее ценному виду творчества, ведь оно очень тесно связано с нашей жизнью. Спасибо. Спасибо и вам, дорогие друзья, что вы сегодня готовили вместе с нами. Мы желаем вам здоровья и благоденствия. И пусть ваш хлеб всегда будет насущным. Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию.
Заявки присылайте по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Телепрограмма «Лицом к лицу».